Флаг с логотипом «Ноябрьск-24» запустили в космос к 5-летию телеканала. Первый свой юбилей мы отмечаем 1 августа. Также в космос отправились герб Ноябрьска и вымпел местного военкомата. Идея необычной акции принадлежит военному комиссариату города Владимиру Миренскому. По его просьбе на Международную космическую станцию символику взял космонавт Александр Скворцов. На МКС эмблемы доставил грузовой корабль «Прогресс». Прямую трансляцию этого события мы показывали на телеканале «Ноябрьск-24». На космической станции вымпелы проштампует командир корабля. После продолжительного полета символы вернутся в наш город.